Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня разбираем швунг рывковый в низкий сет. Исходное положение – штанга на плечах, ширина и постановка ног такая же, как и при толчке с груди. Штанга лежит на плечах. Расслабив руки, на вдохе делаем предварительный полуподсед и посыл штанги вверх и акцентируем свое внимание на жестком уходе вниз, не перебарщивая с выталкиванием вверх. Главное – это уход. Не стоит пытаться швунгануть в стойку и затем присесть со штангой медленно. Это уже не швунг в низкий сет. Также не стоит при полуподседе наклоняться вперед и использовать спину. Нужно четко посылать и ровно штангу вверх. Напоминаю, что цель этого упражнения – наработка жесткого и правильного ухода, поэтому принимать штангу стоит в положении не выше, чем полуприсед. Отрабатывать те же фазы, что и в приеме в рывке в низкий сет. Благодарю вас за просмотр, друзья. В комментариях оставляйте все интересующие вас вопросы. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!